Рецепт, как приготовить лазанью в цветущем хлебе. Конечно, далек от рецепта классической лазаньи, поскольку все, что их объединяет, это мясной соус и соус бешамель. Но и это немало, согласитесь. Лазанья в цветущем хлебе – это еще один вариант блюда из серии «Гости на пороге». Готовится это блюдо относительно быстро, особенно если использовать покупные соусы бешамель и болоньеза. Но даже если вы собираетесь готовить соусы самостоятельно, то и на это время немного не уйдет. Лазанья получается очень и очень вкусной. Хрустящий ароматный хлеб кусочками прекрасно сочетается с нежным соусом. Очень вкусно кушать, макая кусочек хлеба в соусы. К такому блюду невозможно остаться равнодушным, уж будьте в этом уверены. А сейчас читайте мой рецепт, как приготовить лазанью в цветущем хлебе. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Соус болоньеза можно купить готовый в супермаркете, а можно приготовить самостоятельно, рецепт есть на сайте. Растопите сливочное масло в сотейнике на медленном огне или в микроволновке, 40 секунд на максимальной мощности. Чеснок пропустите через пресс. Мелко порежьте петрушку, смешайте все это со сливочным маслом. В хлебе сделайте круглый вырез в середине, выньте мякоть. А по краям выреза сделайте надрезы, как показано на фото. Смажьте подготовленным ароматным сливочным маслом хлеб сверху и в середине. Переложите хлеб на противень и отправьте в духовку на 10 минут. Температура 200 градусов. В подсушенный хлеб выложите соус болоньеза и слегка утрамбуйте. Сыр натрите на крупной терке и выложите вторым слоем. И последний слой – соус бешамель. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Этого времени хватит, чтобы сыр внутри расплавился и все превратилось в единое и очень вкусное блюдо. Обязательно подавайте горячим. Приятного аппетита!